она кепочка, да? Да. Доброе утро, сыночек. А ты куда это собрался? А ну помири, она на тебя подходит? Да. Можно тебе ходить, да? Нельзя? А мама? Маме можно, да? Да. А ты куда собрался? Лека. Ага, да, а с кем ты туда пойдешь? Это. С Антошкой? Да. Антошка сегодня дома, расскажи, да? Папа и Гриша уехали, да? Да. Правильно. Акула. Далеко? Да, акула. Маргариточка, привет. Да. Маргарита и Зоя. Привет. Ой, и Зоя Юня приехала. Маргарита раздала всем мороженое. И тебе, да? Я съела. Ты уже съела? Мама. А, ты пойдешь туда играть? Я съела. Давайте. Я съела свое мороженое. Я вот тут вот убираю травку, здесь вот рву на плитке на этой. А дети тут со мной играют, да? Я буду делать замок чуть-чуть песочницы. А чуть-чуть это будет кашка малая. Маргарита, осторожно, там Зоечка, не сыпь, хорошо? Это кашка малашка у меня сейчас будет. Что? Ну делай пасочку. Ты еще песочка добавь, а то сейчас весь высыпь. Еще добавь песочка, чтобы была полная ведерко. Угу. И что это? Паска? А? Это горка. Паска, паска, не надо сюда, не надо на землю. Все в песочнице. Ну что, пока все дети играют, уже 10 часов, нужно придумать что-то на обед. Сейчас что-то буду думать. Вот здесь и мяско вчерашнее, которое я не дожарила, кусочек еще остался. Сейчас что-нибудь сегодня придумаю приготовить. Еще пока, правда, не знаю, что. Так, здесь у меня мясо. Обжаривается, посолила его, поперчила. Хочу сделать такое вот как бы и рагу, и первое, и второе, знаете, что-то между первым и вторым блюдом. Морковка, лук, фасоль из баночки и немножко соленых огурчиков. И все вот это вот с томатной пастой и сметаной замешать. Так вот, что у меня получилось. Все, как я говорила, огурчики, фасоль. Чуть-чуть томатная паста оказалась у меня закончилась, поэтому я добавила чуть-чуть кетчупа. Сметанку всю, что у меня была, я ее вымыла, соленые огурчики, немножечко рассола соленых огурцов сюда добавила, ну и водичку. Сейчас все это должно тушиться. Посмотрим, что по вкусу. Сейчас я попробую, вдруг подсолить нужно. Это я сейчас здесь быстренько приберусь и пойду на улицу к деткам. Все зашли в комнату, Зоечка тут одна, да? Дедушка тебя будет катать? Нет. А кто? Вера. Тетя Вера? Ну давай, тебя сильненько? Да. Только сядь, куда ты вот это? Детка. Детка. Дай тетя Вера танец. Зоя, какая ты болтушка стала. Да? Зоечка, расскажи. Ну давай, так ты же не держишься, ты же держись хорошо. Покатать тебя? Тихо, Афанасий. Она может делать это серию? Может, наверное, Маргарита. Алена. Теперь раз, два и три. Это вот такая у меня бабка старая.
Маргарита. Вот такая. Что за слова вообще? Бабка. Бабка, выходи из воды и игры. В игре учишься. Бабка. Зайка, давай-ка я тебя подвину вот так вот, давай. А я что, тоже старался? Я катаюсь. Приятель такой. Абака. Вы знаете, что вы тут будете ночевать? Да. В обед. А потом я вас заберу. Садись. Это бабка вот такая. Ручкой. Это вот такая бабка. Ага. Здравствуйте, дядя Валя. Афоня хорошо устроился, да, Афонечка? Борода у дедушки? А когда же тебе копеечку? Не знаю, мам, еще. Представляете, девочки сегодня с нами. Я разложила целую сковородку всем по чуть-чуть, и почти полной сковородки нет. Вот сейчас я сделаю всем чаек, и будем обедать. Как раз уже Сижуня едет с Гришей, а вон они уже и идут. Так, ну что, всем приятного аппетита! Спасибо! Приятного здрасте! Приятного привет! Так, хлебчик берем и кушаем, хорошо? Хлебчик тебе дать, зайчика? Я Макадю. Макадю. В центр съездишь. Так, Антоха ложится отдыхать. Маргариточка, да? Я хочу своего медвежонка розовенького. Сейчас я тебе принесу. Все, Маргарит, закрываем глазки, хорошо? Все, и спи. Слышишь меня? Угу. Все, да. Люблю тебя. Мы надуваем ребенка. Да, все, отдыхайте. Все, спим. Все проснулись! Ой-ой-ой, Заюня! Я Зоечке сделала прическу, чтоб ей не было жарко, да, Заюнь? Сейчас детки все покушают и пойдут поиграют, а я пока съездила за покупками. Здесь шлепки новые себе и Сержуне купила. В следующий раз поедем с детьми, купим детям шлепки. А, вот мои, вот такие вот. Чтобы ходить по гравию, нужно потолще подошву. Еще пришла одна китайская посылка. Вот это здесь, я думаю, это шарик. День рождения. А вот еще шоколадный фонтан нам пришел. Будем его сегодня или завтра пробовать. Это шарик. Мы его потом надуем на день рождения тебе, хорошо? Вот, а еще шоколадный фонтан. Не знаю, сегодня или завтра его попробуем. Как он вообще работает. Так, еще купила 3 голени индейки. Сейчас буду варить лапшу. Я буду варить, сынок. Нет, это не день рождения, это будет лапша. Не грызи ногти, что ты их в рот-то берешь, не бери. Я здесь уже заготавливаю лапшу. Картошечка, лук. Я все процедила, потому что тут были всякие. Это вот 3 голени разварились. Я всегда для лапши буду вот такую вот домашнюю использовать лапшичку. Я открыла эту, не выдержала. Вот такого вот размера она. Коробочка сразу же распалась, поэтому я ее сразу же выкинула. Вот, а мы сейчас с мамулей будем кофе. Я наконец-то сварила его в этой гейзерной кофеварке. И сейчас будем пить, да, мама? Да. Всем привет, давайте на кофе. Привет, Дашуленька. Сегодня мы писали административную контрольную работу по математике. Получили 4. Это здорово. А по диктанту ты тоже 4, да? Да. Афанасий, ты куда? Иди обувайся, сынок. О, мама. Саша, привет. Ты, Саша, давай уже здороваться с ним. Я тебе низкий кидаю. Афань, ты куда выезжать будешь, дедушкой? Ну давай. Все, дедулю провели, да, сынок? Да. Всех провели, Марго провели, да? Теперь идем играть в мячик. Ну, побежали. У нас что-то тучки заходят сегодня прям очень сильно. Такие черненькие, да? Тучки.
А там вроде бы и светло. Что, еще играешь в собачку? Он же не хочет, ты же больше не хочешь вроде бы играть. Бери его! Так, а я жду, сижу не с работы, дети уже зашли в дом. Я взяла свою суперкосилку Мэр и кошу ей, причем уже в этом году мы дошли до вот этого, до вот этой штуки, которая собирает траву, я вот ее вот там вот тачка стоит, складываю. И сейчас вот здесь вот по чуть-чуть, я буквально по одной тачке травы накашиваю, и все. Вот здесь одуванчики очень быстренько. То есть здесь одни одуванчики торчат, сейчас буду косить все. Продолжать, игрушки сюда в песочнице собрала. Слушаю, как птички поют. И кашут под дурочку. Так как нам гости, да, Фонечка, приехали? О, Аня! И прически уже нет, да? А я не заметила. Прися. Зонька, а где прическа? Заюня, а где прическа? А где она? А там батут попрыгаешь, если что. Степа, какой батут? У нас дома, скажи, как батут. Какой Серега, батут? Что там ночью будет, то что ничего не передаешь? Я батут. Да, ну, нет. Ты на батут? Разу передавали. И ты на батут? Ну, молния сверкает так. Над медведовкой там стороне. Ку-ку. Говори, Степе, до свидания. Ага. Зоя, кепку. Как дела? А, без кепки, да, кепки? Вы без кепки? Да, вы без кепки, Степа. Так, мы тут что-то тут, в общем, Сержуня вымеряет. Вот я три палочки сама тут такими ножницами палочки отрезала. Палочки, трубочки. Еще три вот такие трубочки. В общем, это у нас половина длины ширины, да? Половина ширины. Половина длины ширины. Математический склад ума. Нет, половина ширины, да, половина участка нашего. Ширины. А это глубина 20 сантиметров. Потому что вот эти вот... Еще 20. Это 40 будет глубина общая. А, да, вот мы эти еще... должны вот так вот в земле быть. Ага, в общем, это у нас какие-то, как они называются правильно? Они будут из земли вот так выезжать и поливать нам газончик. Так. Как он называется? Что-то тут написано по-русски. Давай уголки 90 градусов. Давай. Нет. А я им? Вот эти не важны, я училась работать. Так, вот эти вот штуки нам пришлось укоротить, сделать не по 20, а по 10. И получается, мы прокопали на всю глубину 30 сантиметров, да? Вот это вот все будет под землей, вот этот. Угу. И теперь паяем трубку и поворотики 90 градусов. Ой, для пластика. Держи ручку. Давай, я буду это паяльник держать. Конечно, такая штука, когда надо все быстро, да? Кушать ладно. Давай, держу ручку. Еще камеру держу, короче, я все держу. Все в моих руках. И даже я. Даже ты. Паяли мы одну штуку. Вот это вот все, что будет в земле, да, получается? Да. Сейчас попробуем, как она же под напором должна же это, да? Вылазим. Я включаю шланг. Подожди, включаю. А, ты прям при это хочешь? Как опять лягушки за... Анна, пробуй. Вы сейчас же шина забрызгает или нет? А, вот вылезла, да? Ой, блин! Женя хомутика все-таки. Русский вариант без хомутика не проходит. Давай пробуй. Если что, отбегаем, да? А, теперь она здесь шикает. Хомутик плохо держит, да? Надо открыть его, наверное. Кого? Аня, закрывай. Сейчас, как можно. Короче, что-то не работает наша система. Надо открыть, значит. А ну, отвертку, давай? Угу, держи. А там что-то закрыто? Ой. А, вот. Ты что-то открыл там? Да нет, тут. Или забито? Да, я тут. Держи. Вот, давай.
Короче, там что-то не так просто, да? Нет, там же очень надо. Отрегулировать? Угу. А ну-ка. Пробуем? Угу. Не, оно что-то. Я закрыла. Закрыла? Ага. Так. Ага, во. А, там еще что-то открывать надо, да? Как оно так? А, там остатки, наверное, ну, да? А, ну. А, вот, там, короче, не сразу оно все включается, да? А, вот, теперь все. Это я только подключил половину. Ну да. Пойдет? Ну, гля, как здорово. Личный душик. Все, выключай, выключай. Давление большое. А заезжать оно как должно? А вот сейчас давление пропадет. И... А, вот, ну вот до половины чуть-чуть. А, вот заезжает. Не, оно съест. А, все, это, короче, волшебство. Да? У-у-у. Классно? Да. Только надо открыть на все эти четыре. Я не хочу. Надо маленькую отверточку. Все. Работает, да? Будет нормально. Ну да, для одного слишком большое давление, да, у нас? Так, это есть. Еще давай две. Тут не только лягушки поют, еще и комарики кусаются. Так, мы с Женечкой продолжаем. Мы уже ставили вот... Здесь ничего не видно, но, в общем, здесь вот черные эти форсунки. Они выходят туда за забор. За забором сейчас Женя вот там вот спаивает трубу, чтобы... Потом все это к воде подключить. А я уже начала выкладывать газончик. Это, конечно, очень тяжелое дело. Он такой тяжелый. Вот так вот. И будем это продолжать. До победы. Сегодня нам нужно все это сделать. Ну, воду не обязательно подключать, но главное весь газон уложить, чтобы он не пропал. Так, мы с Женей уже допаяли. Тут горе пополам, боже. Паять — это наша фишка. Так. Особенно вместе, да? Держи. Давай. Хомутики. Это тоже наша фишка. Чего, хомутики? Ага. Хомутики — это моя фишка, так что... Да. Мы включаем. О. Вторая выдумала включать. Сейчас будем смотреть, в общем, Сержуня. Ну какие-то, да, вон на одну сторону только. Во, одну ты прям на всю включил, да? Ну угол, а нет, тоже поливать или не поливать? А дети там моются, может, сейчас напор, знаешь, туда-сюда. Указывай. Ну, здорово. Надо было доску, что-то мы не убрали, мы сейчас уберем. Да? Ну, достает, все мокрое. Да? А, ну, посмотри. Ну да, по капелькам все хорошо. Ну, прикольные штуки, конечно. Выключай. Давай, выключай. А, ну все, заехали и все, да? Включать? Давай, включай. Все, выехали и поливают, да? Чего? Выехали, говорю, и поливают. Ну, да. Слушай, это в Бетховене такие же штуки показывали, когда да, фильм... Да, да. Так это сколько лет? 90 какого-то года да. Бетховен? А у нас только сейчас такие штуки, да? Да, они уже давно... Ну интересно, парочку купить за 1000 рублей, там 1000 с чем-то. А эти? 700. А, угу. Ну там, наверное, давление же больше надо. Ну раскидывает он, видишь? Ну да. Попадает.
3 часа работы. Чаще всего. И все. И 12 часов ночи сейчас. Дети уже спят, мы помылись. Я тоже помылась, сейчас иду спать. Не хочу ничего не выкладывать в видео. В общем, как будет. Завтра нам в 9:30 на праздник с Антошкой. Вот. Но Антоха с утра поедет, а потом мы приедем. В общем, все, всем до завтра. Пока. For all the times that you ain't on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't.